Казанский университет посетили представители Арктического федерального университета. Об итогах визита и перспективах сотрудничества расскажем в следующем сюжете. С утра да в лабораторию. Коллег из Архангельской области встретили Центр цифровых трансформаций и Институт геологии и нефтегазовых технологий. Для представителей Арктического университета провели презентацию научного центра «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» и оборудование, которым располагает Казанский университет. Поразила лабораторная база и те уникальные лабораторные установки исследования, которые как раз позволяют в деталях исследовать все процессы, которые протекают именно в области нефтеотдачи пласта. Мы понимаем, что у вас потенциал огромен. Мы сегодня прошлись по вашим институтам, лабораториям. В частности, нас интересует взаимодействие по конкретному проекту создания высокотехнологичного производства у нас монокристаллических алмазных пластин для квантовой сенсорики. И мы понимаем, что здесь мы можем работать вместе, потому что огромный опыт, который есть у ваших исследователей, это позволяет сделать. На базе Северного университета располагается научный центр мирового уровня «Российская Арктика. Новые материалы, технологии и методы исследования». Его деятельность тесно связана с запуском карбонового полигона Казанским университетом. Это исследование климатических изменений, происходящих из-за выхода метана в арктической зоне. Коллеги из Архангельской области выразили готовность проводить совместные исследования. Российская Арктика, она требует квалифицированных специалистов, исследований по новым материалам, по добыче и переработке полезных ископаемых. Мы уже убедились, что у нас возможны очень интересные совместные проекты в рамках нашего центра, потому что, несмотря на то, что университет Казанский федеральный не в арктической зоне Российской Федерации расположен, но многие направления научные очень тесно связаны с тем, чем занимаемся мы. Руководитель научного центра Северного университета пригласил казанских коллег присоединиться к морской экспедиции для изучения изменений климата и биоразнообразия Арктики. Ариадна Кугушева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.